Вашингтону оказалось не безразлично и то, как идут переговоры между Москвой и Токио о заключении мирного договора. В Госдепартаменте США заявили, что сейчас не время вести дела с Россией. По словам уже упомянутого выше представителя ведомства Джона Кирби, причина в позиции Москвы по Украине и Сирии. Напомню, накануне наш МИД сообщил, что Россия и Япония договорились продолжить контакты по вопросу подписания документа, который они могут выработать уже несколько десятилетий.